Покупка авто уже не в радость. По словам людей, новую машину поставить на учет стало практически нереально. Барнаульцы коротают время в очереди, которую занимают за 6, а порой и 9 часов до открытия ГИБДД. Жертвуют сном ради того, чтобы попасть на прием к инспектору. Это очень тяжело, очень проблематично. Народу много, народ весь психует и ходит домой. Получается совсем, совсем плохо. Это вы в 12 часов ночи приезжаете сюда? Да, 12 часов ночи, вот до 9 часов. Ждем очереди своей. Вроде бы есть альтернатива. Например, подать заявление можно через госуслуги. Правда, утверждают люди, электронная запись расписана на 1,5-2 месяца вперед. При этом за непостановку на учет в течение 10 дней после покупки грозит штраф. Мы вот боимся штрафа, который в течение 10 дней нас оштрафуют на 2000. С пандемией вроде бы это все отменили. Обещали, по крайней мере. Но вот быстрее не получится через портал. 2 недели, 14 дней. Ну, посмотрим, на что сейчас прилипнем по большому счету. Большинство выбирают живую очередь и возмущаются многочасовым ожиданием. Надо либо увеличить количество сотрудников, которые занимаются этим, не знаю, какие там меры принимать. Такая проблема, говорят автомобилисты, возникла еще неделю назад. В госавтоинспекции поясняют, причин тому несколько. Одна из них – резкий рост числа регистрации авто. По сравнению с прошлым годом их увеличилось на 1000. Все пункты города Барнаула, которые находились в помещении сторонних организаций, они перемещены сейчас в единый пункт, который располагается по адресу 10-я Западная, 26. В настоящий момент перемещены 2 пункта. По мнению Алексея Брютова, в ближайшее время проблема сойдет на нет. Реорганизацию завершат, сотрудников из филиалов переведут. Ну а пока барнаульцам стоит набраться терпения. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.